народная сказка «12 месяцев». Знаешь ли ты, сколько месяцев в году? 12. А как их зовут? Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Только окончится один месяц, сразу же начинается другой. И ни разу еще не бывало так, чтобы февраль пришел раньше, чем уйдет январь, а май обогнал бы апрель. Месяцы идут один за другим и никогда не встречаются. Но люди рассказывают, будто в горной стране Богемии была девочка, которая видела все 12 месяцев сразу. Как же это случилось? А вот как. В одной маленькой деревушке жила злая и скупая женщина с дочкой и пачерицей. Дочку она любила, а пачерица ничем ей не могла угодить. Что ни сделает пачерица, все не так. Как ни повернется, все не в ту сторону. Дочка по целым дням на перине валялась, да пряники ела. А пачерице с утра до ночи и присесть некогда было. То воды натаскай, то хворосту из лесу привези, то белье на речке выполощи, то грядки в огороде выпали. Знала она и зимний холод, и летний зной, и весенний ветер, и осенний дождь. Потому-то, может, и довелось ей однажды увидеть все 12 месяцев разом. Была зима, шел январь месяц. Снегу намело столько, что от дверей его приходилось отгребать лопатами. А в лесу на горе деревья стояли по пояс в сугробах и даже качаться не могли, когда на них налетал ветер. Люди сидели в домах, топили печки. В такую-то пору под вечер злая мачеха приоткрыла дверь и поглядела, как идет вьюга. А потом вернулась к теплой печке и сказала пачерице: «Сходила бы ты в лес, да набрала там подснежников. Завтра сестрица твоя именинница!» Посмотрела на мачеху девочка. Шутит ли она? Или правду посылает ее в лес? Страшно теперь в лесу. Да и какие среди зимы подснежники? Раньше марта месяца они не появятся на свет. Сколько их не ищи. Только пропадешь в лесу, увязнешь в сугробах. А сестра говорит ей: «Если и пропадешь, так плакать о тебе никто не станет. Ступай да без цветов не возвращайся, вот тебе корзинка!» Заплакала девочка, закуталась в рваный платок и вышла из дверей. Ветер снегом ей глаза порошит, платок с нее рвет. Идет она, еле ноги из сугробов вытягивает. Все темнее становится кругом, небо черное, ни одной звездочки на землю не глядит. А земля чуть посветлее, это от снега. Вот и лес. Тут уж совсем темно. Рук своих не разглядишь. Села девочка на поваленное дерево и сидит. Все равно думает, где замерзать. И вдруг далеко меж деревьев сверкнул огонек. Будто звезда среди ветвей запуталась. Поднялась девочка и пошла на этот огонек. Тонет в сугробах, через бурелом перелезает. Только бы, думает, огонек не погас. А он не гаснет, он все ярче горит. Уши теплым дымком запахло. И слышно стало, как потрескивает в огне хворост. Девочка прибавила шагу и вышла на полянку. Да так и замерла. Светло на полянке, точно от солнца. Посреди полянки большой костер горит. Чуть ли не до самого неба достает. А вокруг костра сидят люди, кто поближе к огню, кто подальше. Сидят и тихо беседуют. Смотрит на них девочка и думает: кто же они такие? На охотников будто не похожи, на дровосеков еще того меньше. Вот они какие нарядные! Кто в серебре, кто в золоте, кто в зеленом бархате. Стала она считать. Насчитала 12. Трое старых, трое пожилых, трое молодых, а последние трое совсем еще мальчики. Молодые у самого огня сидят, а старики подаль.
И вдруг обернулся один старик, самый высокий, бородатый, бровастый, и поглядел в ту сторону, где стояла девочка. Испугалась она, хотела убежать, да поздно, спрашивает ее старик громко. «Ты откуда пришла? Чего тебе здесь нужно?» Девочка показала ему свою пустую корзинку и говорит. «Нужно мне набрать в эту корзинку подснежников», – засмеялся старик. «Это в январе-то подснежников. Вон чего выдумала!» «Не я выдумала», – отвечает девочка, – «а прислала меня сюда за подснежниками моя мачеха и не велела мне с пустой корзинкой домой возвращаться». Тут все 12 поглядели на нее и стали между собой переговариваться. Стоит девочка, слушает, а слов не понимает, будто это не люди разговаривают, а деревья шумят. Поговорили они, поговорили и замолчали. А высокий старик опять обернулся и спрашивает. «Что же ты делать будешь, если не найдешь подснежников? Ведь раньше марта месяца они и не выглянут». «В лесу останусь, — говорит девочка, — буду марта месяца ждать. Уж лучше мне в лесу замерзнуть, чем домой без подснежников вернуться», — сказала это и заплакала. И вдруг один из 12, самый молодой, веселый, в шубке на одном плече, встал и подошел к старику. «Братец Январь, уступи мне на час свое место», — погладил свою длинную бороду старик и говорит. «Я бы уступил, да не бывать марту прежде февраля». «Ладно уж», – проворчал другой старик, весь лохматый, с растрепанной бородой. «Уступи, я спорить не стану. Мы все хорошо ее знаем. То у проруби ее встретишь с ведрами, то в лесу с вязанкой дров. 7 месяцам она своя. Надо ей помочь». «Ну, будь по-вашему», – сказал Январь. Он стукнул о землю своим ледяным посохом и заговорил. «Не трещите, морозы, в заповедном бору, у сосны, у березы не грязите кору. Полно вам, вороне, замораживать, человечье жилье выхолаживать!» Замолчал старик, и тихо стало в лесу. Перестали потрескивать от мороза деревья, а снег начал падать густо, большими мягкими хлопьями. «Ну, теперь твой черед, братец», — сказал Январь, и отдал посох меньшому брату, лохматому Февралю. Тот стукнул посохом, мотнул бородой и загудел. «Ветры, бури, ураганы, дуйте, что есть мочи, вихри, вьюги, бураны, разыграйтесь к ночи, в облаках трубите громко, вейтесь над землею. Пусть бежит в полях поземка белою змеёю». Только он это сказал, как зашумел в ветвях бурный мокрый ветер. Закружились снежные хлопья, понеслись по земле белые вихри. А Февраль отдал свой ледяной посох младшему брату и сказал. «Теперь твой черед, братец Март». Взял младший брат посох и ударил о землю. Смотрит девочка, а это уже не посох, это большая ветка, вся покрытая почками. Усмехнулся Март и запел звонко во весь свой мальчишеский голос. «Разбегайтесь, ручьи, растекайтесь, лужи, вылезайте, муравьи, после зимней стужи, пробирается медведь сквозь лесной валежник, стали птицы песни петь, и расцвел подснежник!» Девочка даже руками сплеснула. Куда девались высокие сугробы? Где ледяные сосульки, что висели на каждой ветке? Под ногами у нее мягкая весенняя земля. Кругом каплет, течет, журчит. Почки на ветвях надулись, и уже выглядывают из-под темной кожуры первые зеленые листики. Глядит девочка. Наглядеться не может. «Что же ты стоишь?» — говорит ей Март. «Торопись, нам с тобой всего 1 часок, братья мои, подарили». Девочка очнулась и побежала в чащу подснежники искать, а их, видимо, невидимо. Под кустами и под камнями, на кочках и под кочками, куда ни поглядишь, набрала она полную корзину, полный передник и скорее опять на полянку, где костер горел, где 12 братьев сидели. А там уже ни костра, ни братьев нет.
светло на поляне, да не по-прежнему. Не от огня свет, а от полного месяца, что взошел над лесом. Пожалела девочка, что поблагодарить ей некого, и побежала домой. А месяц за нею поплыл. Не чуя под собой ног, добежала она до своих дверей. И только вошла в дом, как за окошками опять загудела зимняя вьюга, а месяц спрятался в тучи. «Ну что?» – спросила ее мачеха сестра. «Уже домой вернулась? А подснежники где?» Ничего не ответила девочка. Только высыпала из передника на лавку подснежники и поставила рядом корзинку. Мачеха и сестра так и ахнули. «Да где же ты их взяла?» Рассказала им девочка все, как было. Слушают они обе и головами качают. Верят и не верят. Трудно поверить. Да ведь вот на лавке целый ворох подснежников. Свежих, голубеньких. Так и веет от них мартом месяцем. Переглянулись мачеха с дочкой и спрашивают. «А больше тебе ничего месяцы не дали?» «Да я больше ничего и не просила». «Вот дура так дура!» – говорит сестра. «В кои-то веки со всеми 12 месяцами встретилась, а ничего, кроме подснежников, не выпросила. Но будь я на твоем месте, я бы знала, чего просить. У одного яблок да груш сладких, у другого земляники спелой, у третьего грибов беленьких, у четвертого свежих огурчиков». «Помнится, доченька, — говорит мачеха, — зимой земляники да грушам цены нет. Продали бы мы это, и сколько бы денег выручили, а эта дурочка подснежников натаскала. Одевайся, дочка, потеплее, да сходи на полянку, уж тебя они не проведут, хоть их 12, а ты одна». «Где им? — отвечает дочка, — а сама руки в рукава, платок на голову». Мать ей вслед кричит: «Рукавички надень, шубу застегни!» А дочка уже за дверью убежала в лес. Идет по сестренным следам, торопится, скорее бы, думает, до полянки добраться. Лес все гуще, все темнее, сугробы все выше, бурелом стеной стоит. «Ох, — думает мачехина дочка, — и зачем я только в лес пошла? Лежала бы сейчас дома в теплой постели, а теперь ходи да мерзни, еще пропадешь тут». И только она это подумала, как увидела вдалеке огонек. Точно звездочка в ветвях запуталась. Пошла она на огонек, шла-шла и вышла на полянку. Посреди полянки большой костер горит, а вокруг костра сидят 12 братьев, 12 месяцев. Сидят и тихо беседуют. Подошла мачехина дочка к самому костру, не поклонилась, ни приветливого слова не сказала, а выбрала место, где пожарче, и стала греться. Замолчали братья месяцы, тихо стало в лесу. И вдруг стукнул январь месяц посохом о землю. «Ты кто такая?» – спрашивает. «А откуда взялась?» «Из дому», – отвечает мачехина дочка. «Вы нынче моей сестре целую корзинку подснежников дали, вот и пришла по ее следам». «Сестру твою мы знаем», – говорит январь месяц, «а тебя и в глаза не видали. Ты зачем к нам пожаловала?» «За подарками. Пусть июнь месяц мне земляники в корзинку насыплет, да покрупнее. А июль месяц огурцов свежих и грибов белых. А месяц август яблок да груш сладких. А сентябрь месяц орехов спелых. А октябрь...» «Погоди, — говорит январь месяц, — не бывать лету перед весной, а весне перед зимой. Далеко еще до июня месяца. Я теперь лесу хозяин. 31 день здесь царствовать буду». «Ишь, какой сердитый!» — говорит мачехина дочка. «Да я не к тебе пришла. От тебя, кроме снега да инея, ничего не дождешься. Мне летних месяцев надо». Нахмурился январь месяц. «Ищи лето зимой!» — говорит. Махнул он широким рукавом, и поднялась в лесу метель от земли до неба. Заволокла и деревья, и полянку, на которой братья месяцы сидели. Не видно стало за снегом и костра, а только слышно было, как свистит где-то огонь, потрескивает, полыхает. Испугалась мачехина дочка. «Перестань!» — кричит. «Хватит!» «Да где там?»
Кружит ее метель, глаза ей слепит, дух перехватывает. Свалилась она в сугроб и замело ее снегом. А мачеха ждала, ждала свою дочку, в окошко смотрела, за дверь выбегала. Нет ее, да и только. Закуталась она потеплее и пошла в лес. Да разве найдешь кого-нибудь в чаще в такую метель и темень? Ходила она, ходила, искала, искала, пока и сама не замерзла. Так и остались они обе в лесу лето ждать. А пачерица долго на свете жила, большая выросла, замуж вышла и детей вырастила. И был у нее, рассказывают, около дома сад, да такой чудесный, какого и свет не видывал. Раньше, чем у всех, расцветали в этом саду цветы, поспевали ягоды, наливались яблоки и груши. В жару было там прохладно, а в метель тихо. В народе говорят, у этой хозяйки все 12 месяцев разом гостят.